Открытость современного образования предполагает объединение различных социальных групп и вовлечение их в развитие образования в качестве партнеров. Сегодня социальное партнерство позволяет действовать эффективно и успешно, имея в виду общую для партнеров приоритетную перспективу и предполагает целесообразность координации совместной деятельности. Совместная партнерская деятельность в системе школа-колледж-вуз в процессе организации педагогической и производственной практик, предметные олимпиады и научно-практические конференции как для студентов, так и для учащихся школ, мастер-классы и семинары для педагогов, публикации, а также открытие профильных классов на базе вуза. Наш университет имеет успешный опыт работы в данном направлении. Так, только за последние 5 лет при участии КАСУ были открыты профильные классы по направлению правоведение в средней школе номер 9, переводческое дело в языковой гимназии номер 38 города Усть-Каменогорска и лицее города Ридер, а также успешно внедрена программа трехязычия в алеологической школе-комплексе для одаренных детей. Сегодня время диктует новые подходы в работе со школами. Мы продемонстрируем, какая работа проделана в КАСУ по созданию нового формата профильных классов. Для определения алгоритма работы профильных классов было проведено анкетирование, основной целью которого являлось определение направлений, соответствующих образовательным программам КАСУ. В анкетировании приняли участие около 300 учащихся 10 классов. Открытие профильного класса будет осуществляться по следующим направлениям: педагогика и психология, бизнес, иностранные языки, право и международные отношения. Профильные классы с казахским и русским языками обучения будут сформированы из числа учащихся 11 классов школ, с которыми у КАСУ подписан меморандум. Занятия будут проводиться один раз в неделю, во второй половине дня, на базе КАСУ. Благодаря поддержке президента Казахстанско-Американского свободного университета Мамбетгазиева Режепа Альхаировича, проект «Профильные классы КАСУ» будет осуществляться на безвозмездной основе. С родителями учащихся профильного класса будет подписано соглашение, которое позволит обеим сторонам ответственно выстроить совместную работу.